Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима Скромник, кто-то и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацаны, поздоровкайтесь. Всем привет. Привет. Все привыкли, что мы когда играем в прятки, ищу я. Сегодня я искать не буду, сегодня будут искать нас подписчики. А, вот. Подожди, ты на этой карте был? Да, мы на ней уже давно-давно записывали. Это... знакомил меня. Так, я знаете, кем буду сейчас летать? За стул. Так, управляю предметом. Офигеть, меня совсем не видно. Ой, куда я полетел? Так, ну что? Я готов, поэтому начинай нас искать потихоньку. А мы будем наблюдать за тобой. Давайте предметы, слетаемся на центр карты. Не-не-не-не. Возле елки вас жду, пацаны. Я буду так наблюдать. Во-во-во, я вижу, Фантайм Фредди пошел уже. Серьезно, все, мне хана. Эй, ты чё, а зачем ты так сливаешься тупо? Я тоже хочу. Ребята, настроение у нас, как всегда, отлично. Не забывай ставить лайк и подписываться на канал. И он там что-то забыл. Ролики выходят каждый день. Дима. Да. А мы как бы можем убегать от него, если он нас найдет? Ну да, потому что придется. Но не всегда. Придется. Придется. Он бегает тут по лесу. Кстати, он белый и все тут белое вокруг. Че? И летит ванная к вам. Давай. А где вы все? Я возле елки тебя жду. Давай, лети. А в смысле какой? Большой? Маленькой? Большая елка на улице тут. Так, я никого не вижу, только один снег и елка. Да я вот стул, как это ты не видишь? В смысле? Подойди к новогодней елке, что ли? А да. Вот вижу. Дима спрыгает. Крова, красава, ванная. Так, давай, ждем этого чилипиздрика. Он пошел сюда. Вот здесь. Да подожди. Сейчас я не увидел. Ой, почему текстуры прогружаются? Странно очень. Для оптимизации. Знаете что, я пойду погулять. Давай, давай, давай. Так, тут стул ему какой-то мешает. Пошел. Я его нашел, все, я пошел. Отлично, мочи его полностью. Не хочу. Давай, давай, смотри, придется. Меня видно. Так, так. Не так. Хочу страшно вырубать. Что-то он бегает по улице, никого еще не нашел, очень странный Гордей. Топатыч, прибеги опять туда и посмотри, меня видно. Сейчас. Так, 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 так. А ты кто? По-любому тут кто-то есть. Вот видишь усики? Это я. Меня совсем не видно. О, да. Ведро летающее. Давайте тут его поищем. Так, смотрит, смотрит, в окна заглядывает. Где, когда, почему, зачем и как? Он еще вообще никого не нашел, пацаны? Нет. Очень странная анимация. Гордей, когда смотрит все мои ролики, думает, что легко находить. А когда начинает искать, нифига не находится. Побежал, побежал со всей силы. Скорее всего, на меня. Да, он слышит запах говна. На тебя бежит. О, кто-то паркурит по крыше. Ой, я это вслух сказал? Во, он взял другого челика. Злого какого-то очень. Тун-тун-тун. Паркур. Пошел, 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 пошел. Ой-ой-ой, какой он гигантский. Ну, он просто здоровенный какой-то кабан. Кстати, я нычку нашел. Копатыч, привет. Так, сколько он уже, ребята, он уже 4 минуты ищет нас и найти не может. Я-я. Да, 4 минуты. Ну, мне нравится. Знаете, это будет первый ролик, пацаны, когда он будет искать, никого не найдет и скажет, я сдаюсь. Это будет эпик какой-то. Прикольно. Такого еще не было. Сдаешься? О, что за шум? Уже нету шума. Какие трубы шумят. Да-да-да, стоп-сон рулит. Как это никого не нашел еще? Нас 7 человек. О, тут нычка крутая, это не точно. Так, давайте посмотрим, кто здесь сидит. Андрей. Я одного иди уже вижу. Там, беги назад. Я уже всех тут увидел, даже я стулом понаходил всех. А я нашел планктон. Я нашел стул. Тут вообще стул, он бегает привет. По карте просто челепиздрики. Привет, стул. Так, так, так. Ой, господи. Мне кажется, планктон немножко большеватый. Ого, на расстоянии замочил. Так, 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 так. Бежит, бежит, бежит со всей силы. Вернулся. Ой, страшно. Так, пацаны, вас теперь двое, вы должны нас быстрее найти по-любому. Сейчас. Не грузит. Я знаю, ты сможешь. В тебя верит вся страна. Это не тот. Я еще одного тут понаходил, вроде бы, не? А я тебя нашел.
Привет, Дима. Нет, меня там нету. Да-да-да, конечно, конечно. Ах ты ж лоб, как вы меня нашли? Это нычка топовая самая. Все, сидим тогда. Так, ну я, короче, просто так побегаю, подразню кого-нибудь. Я за это точно заплачу, я понимаю. Так, я тоже побегаю здесь. Слушай, я уже набегался. Да не-не, я, наверное, да, передумал, тут посижу. Поплаваю. Я тоже. Я просто думал, ты уже за аниматроника играешь и нашел. Мне так обидно стало на душе. Идем, я покажу лучше нычку. Побежали, пацаны. Пошли. Только по дну шкребитесь. А вот все. На поверхности не надо. Ты в курсе, мы рядом с ним? Я видел его ноги. Понимаю. Кто вообще визжит? Ой, привет, спрингтрап. Ой, пока, спрингтрап. Ой, тут два спрингтрапа. Че за говно? Или у меня галеоны пошли. Оу, май, я тут носочек нашел. Ой. Да что тут дамажит? За бэйби побежал, понимаю. Жлоб, убил! В курсе то, что я последний остался, типа, да? А вон теперь мы будем тебя толпучкой искать. А нет, я еще остался. А, вон еще кто-то остался, пацаны. Вы рано радуетесь. Ой, знаете, кого я взял? Кого? А вам понравится. Нет, это мощный. Убу, робот пошел. Давай, робот, ищи их. Ай, ты меня не бей. Ты гигантского робота взял? Да. Какие-то трубы опять шумят. Ой, что со мной? Какой он жирный. Очень странно, я падаю. Ты ищешь их или карту ломаешь без меня? О, подожди, тут кто-то есть. Так, сидим. Пацаны, двое человек, да, не нашли мы? Да. Я побежал. Что такое скрежется? Я когда в воду захожу, начинают какие-то баги идти. Так, я могу ТП-хаться. Здесь обидно. Кого я убил там? Меня. Не знаю. Так, остался у нас один челепиздик, правильно? Кто-то. Под названием кто-то. Странное имя. Я слышу. Так, пацаны, давайте, ищем его. Уже нашел. Вот так все легко и быстро, и дружно. Понятно, все в невидимости бегает. Ребята, давайте сделаем в конце эпик, вы хотите? Только для вас и сегодня. Ой, подождите, не там нажал. Скромнее. Что это такое? А, у меня лагает. Пойдет? Да. Мы Undertale еще ни разу не взрывали. Ого, тут все тарахтит, шумит, пищит, дрыщит. Не лагает? Нормально. А у меня чуть не вылетел, мне что-то. А, у тебя не лагает. Да. У меня тоже не лагает. Мне не лагает. Ого. Пацаны, тут, короче, в воду люстры прилетели с креслом. Вот это жахнуло, так жахнуло. Не, он не лагает. Не лагает? Да, не, вообще хилинг. Не капельки. Ага, хорошо. Я не хотел этого делать. Но из-за меня это... Подожди, бомбы мои старые взорвались? До какого фига? Давай я. Давай. Все. Бум. Не, тоже слабенько. А, жипка моя горит. Дайте. Не, у меня ком держит. На ура. У меня тоже. До этого момента. Меня чуть-чуть подлагивает, но все равно он меня держит. Не, вообще. Все, баба. Вылетел на рабочий стол. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.